Привет всем, вот я снова тут. Такой вот кустик посадили, кустики. Ну их много, вспышка не берет. Вот такой кустик. Здесь росли кусты двухметровые, даже выше трехметровые. Нормальные кусты, на них листья были, такие желтые цветочки. Вот зачем вот эту херню они сделали? Я не понял. Вроде как деньги своровать. И обосновать свое назначение. Здесь вот люди работали, такой вот бортик даже сбоку сделали. Ну это ужас, что происходит вообще. Зачем это делать? Вот брать с кусты, срезать и сажать маленькие. Я думал, может быть, была идея то, что не нужны здесь кусты, как бы чтобы открыть видимость наоборот на парк. Но, на самом деле никакого смысла нет. Вот здесь машины ездят, видите. Наоборот, кусты помогали от шума. Да, от шума защитить парк. Вот кусты. Вот такой вот ужас. Можно, конечно, написать туда, но, как обычно, скажут, это для чего-то там нужно. С деревьями я уже сталкивался, они спиливают нормальные деревья, не сухие, а сухие стоят. Это вот муниципальное образование. И деньги, естественно, за это берут. А это деньги. На этом все. Пока, ребята. Подписывайтесь. И бандитское государство закрывайте.